Здравствуйте! Представляем вашему вниманию смартфон Neonode N2. Он выпущен на базе операционной системы Windows CE 6.0 в 2007 году. N2 создан для работы в сети стандартов GSM и поддерживает такую технологию передачи данных, как GPRS. На передней панели смартфона находится 2-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 176 на 220 точек. Дисплей способен отображать 65 тысяч цветовых оттенков, но к дисплею мы еще вернемся. Под экраном расположен 4-позиционный джойстик, он служит для пролистывания страниц. Вот эти две дырки в нижней части никакой нагрузки не несут, это такая дань оригинальности дизайна. На задней части находится динамик и 2-мегапиксельная камера, которая способна делать только фотоснимки. На левом торце есть 2 функциональные клавиши, регулировка громкости в виде качелек и кнопка отключения питания. Сверху располагается разъем мини-USB и защелка, фиксирующий корпус. Слот для карт памяти мини-SD, а также SIM-карт располагаются внутри аппарата под аккумулятором. Встроенный плеер способен воспроизводить файлы формата MP3, VMA, WAV, в общем, скучать не придется. Размеры модели 47 мм, это в ширину, 77 в высоту и 14,7 мм, это толщина, а весит всего 60 граммов. Теперь еще немного о главном ноу-хау Neonode, то есть о дисплее. В ободок экрана встроены инфракрасные датчики, 7 по вертикали и 10 по горизонтали. Лучи проходят параллельно поверхности экрана на расстоянии 0,3 мм. Прикасаясь пальцем к экрану, мы перекрываем часть лучей и таким образом регистрируется нажатие. Весь интерфейс построен на идее управления большим пальцем. Навигация по меню, набор текста. Для того, чтобы вызвать меню, нужно провести пальцем снизу вверх в левой части экрана в режиме ожидания. Вот так. Общие настройки. Тот же жест, но с правой части экрана, то есть вот так. Перемещение между закладками меню пальцем слева направо в верхней части экрана. Чтобы отменить или отклонить какое-либо действие, нужно провести пальцем справа налево. А для того, чтобы набрать телефон, нужно провести большим пальцем, то есть в центральной части экрана. Вот так. И здесь набираем номер. В общем, когда привыкнете, путать уже ничего не будете. Ввод текста, цифры – это все касание экрана в соответствующем разделе. Аппарат очень стильный, сочетает в себе не только нестандартный дизайн корпуса, но и удобство управления в стиле iPhone. Он подойдет тем, кто любит выделяться в толпе. Если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, завистливо поглядывали, то Neonode N2 – это как раз ваш выбор.